добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Вопрос с литовским транзитом нужно решить раз и навсегда, чтобы другим было неповадно. Такое мнение высказал в эфире «Радио Спутник» публицист Армен Гаспарян. Нет сомнения, что Москва даст серьезный ответ на введенные Литвой ограничения на транзит ряда грузов в Калининградскую область. Проблема более чем серьезная, и решать ее надо было еще лет 20 назад. Понятно, что надо не военным путем решать, а надо решать политическими, экономическими методами. И, кстати, чтобы два раза не вставать, с остальной Прибалтикой то же самое. Потому что это будет следующий этап. Сейчас только мы займемся Литвой, я готов на что угодно поспорить, тут же возникнет вопрос Латвии-Эстонии. Они, украинские националисты, даже не в курсе, что Закарпатье пришло к ним только при товарище Сталине. Они же искренне думают, что когда они выкопали Черное море, там уже было Закарпатье, и никаких мадьяров рядом не наблюдалось, это же великая историческая грамотность. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.